На самом деле я представлял себе это выживание примерно так. Я чилю на своем шезлонге, пару бомжей приносят мне коктейль, солнце, бассейн. Но, чтобы реализовать такое, нужно знатно так поработать, так как мое выживание началось с самого нуля. Я надеюсь, вы уже приготовили чаек с печеньками, ведь путешествие вас ждет долговатенькое. Ну и да, было бы неплохо тут 10 калайкосов набрать. Ну я же не намекаю, да? Ну и приятного просмотра. Нифига себе, тут какой-то архитектор дом выстраивал. Так, чувак, а ну давай без твоих вот этих вот. Я тебя вижу. А, это... Понял. Это не чувак. О, картошка. Надо крафтить топорик, фармить на пайп и идти разваливать кабины. 3 картошки у меня есть. Хороший знак. Как только я зашел на сервер, я увидел магазинчик, где я мог бы купить пайпуху за 2500 дерева. Почти халява. Угу. Хороший магазин. О, но! Окей, good English, my friend. Very beautiful. О, ловушечка. Это я люблю. Опа. I see you. Что, спрятался, братиш? Давай, давай тех загасим. Please, don't kill me. Не надо, мне ничего нет, пожалуйста. Самые такие же, как и ты, не поверишь. Ребята, у вас есть какое-то яблоко? Не знаю. Чё, как попытался меня убить? А? Спасибо за шмотки. Доброе утро, мальчики. Как ваше ничего? Блин, они неплохо стараются, чисто чтобы я домик для себя построил. Нормально. Ребят, летите мимо. Иначе мне придется забрать ваш коптер. Ракета воздух-земля готова. Оп. Так, но у меня нет ящиков. Я отстроил свой топовый домик и побежал на антирейд. Да? Между прочим, у меня композитный лук. Пойдем разбираться с теми рейдерами. А вот и где рейдили, походу. Привет. О, понимаю. Бурчик. Понимаю, базука. Неплохо. Хороший товар. А тоже борода был? Ну, я тебе сочувствую, брат. Найс. Ну ты не обижайся, братик, но мне этот дом тоже нужен. Я как бы только зашел, да? Да. Есть бинтик? Ах, как грустно, как грустно. Мне придется умереть. Ну ладно. Не, ну я прям чувствую то, что я сейчас встану. Такое же может быть? У меня спальника тут нет, и я не встал. Ну, это нормально, в принципе. Ха, этот челик на крышу поднялся. Все удобства почти. О,
142 метра. Неплохо. Неплохо, я считаю. А! И вначале все было не так уж плохо, пока я не встретил их, моих соседей. Я помогу пофармить, братик! А, он поднял своего бомжа этого? О, по нему лупят. Да иди ты в жопу. И так как игра у меня на луках не пошла, я решил взять бурчик и пойти пофармить серу, ведь можно было купить вполне халявные пушки. Чего? Берета 600 серы? Понял. А вот и мой прекрасный магазинчик. Что у нас тут? Фигня. ЛР-ку могу купить, конечно, но... Нет. Раз. С патронами даже, офигеть! Два, я могу третью купить. Офигеть. Плюс реп, пацаны. Блин, два калаша, 4000 серы. Это вообще, это забей. Я, походу, сейчас сюда приду, я весь магазин выкуплю. Не зря же я буру того пацана забрал. Зачем мне реально потеть, когда я могу просто взять и купить? Куплю у них скраб. Я чисто их сейчас миллионерами сделаю, только серными магнатами. Так, не понял, кто побежал туда? Это прибежала моя одежда. Плюс 800 серы, неплохо, я считаю. Так, штанишки мы нацепим. Далеко собрался? Давай, давай, скажи мне, что это ты, мой сосед любимый, да? Соседушка на огненных, это ты был? Нет. Вот, стоило немножечко пушек купить, и все, сразу игра пошла. Привет. Раз калаш, блин, он какой-то сломанный, я чинить могу. Два калаш, ноль патронов. Окей. Нет, печку куплю, наверное. Но все остальное скраб. Я с магаза вашего иду, вы офигели что ли по мне стрелять? Фух, ну я донес свой лут домой. Это хорошо. 50 скрапов фарману, и в принципе можно будет уже поставить второй верстак. И все у меня шло по плану. Я взял фотоаппарат, чтобы сфоткать мою цель. В данном случае это были мои соседи. Так, это будет моя первая цель. Я уже был готов на них фармить, чтобы их бахнуть. Как вдруг зашел их тиммейт. И понеслось. Какой же я лох. Просто какой же я лошара. Да ладно, слышишь, Кис, это ты? Он на крышу попался. Сказать, что я ничего не вижу, это ничего не сказать.
Ну да. Как бороться с руфкемперами, все мы давным-давно знаем. И я отправился фармить бочки, чтобы скрафтить лестницы. Но это было сделать непросто. Эти ребята каким-то образом узнали, где я живу. И они просто сидели у меня под домом. И странным образом, куда бы я ни ходил, они всегда меня встречали. И тут все было по типичному сценарию. Два типа, которые сливались целый день, позвали своего дружка-киберспортсмена, который знал все. Ну да, за 600 часов он научился всему, согласен. Ого. Слова и факты это раз. Ждет меня, ждет. Оп. А я сейчас вот так вот хоп, хоп. Закройся. Но они меня рейдить идут. У меня 100 секунд. Ну да, у него сишки есть. А, он потолок бахает. Ну да, потолок прям вниз. Потолок. Если будут, то ничего страшного. Ну да. Сейчас я... Фарману себе на еще один калашик, скрафчу патроны и хана ему. И на этом моменте я понял, ради чего стоит играть на этом сервере. Они на самом деле даже и не представляли, на кого нарвались. Выбив пешку, я побежал фармить фармил, чтобы отстроить свой домик. Второй. Это твой дом? Ха-ха-ха. Бля, ну что ты гамбай такой, пиздец, в шоке. Ну это жестко. Вот тебе жалко один твою пешку? А что тебе надо? Что у тебя было? Удачи. Не, на скрап, если тебе нужен. Сколько у тебя было? На хоть половину, как-то разделим. Спасибо. Да, это тебе спасибо. Не обижайся. Я выгляжу как какой-то агент. Тупо агент по добыче камня. О, смотри! Солнце не так светит. Можно было бы сделать так, чтобы когда ты надевал очки, солнце вообще исчезало. Я бы вообще рад был. Я поднял немного скрабчика на бандитки и побежал отстраивать свой домик. О, да! Е-бэйби! Ха-ха-ха! Изи машина. Здравствуйте. Так, движок я заберу, топку заберу, и никто тачку мою не угонит. Грибочки. Это мы сейчас захомячим. И отстроим тут неподалеку домик.
Оп, оп. На это мне не хватает. Окей. Ням-нямка приехала. О, да. Беги, 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 дурак, беги. Там еще один. Там еще один. Еще один. Бежим, 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 бежим. Чувак, иди нафиг, чувак, иди нафиг. Ебой. Капец, этот ящик спас мне жизнь. Ящик, который спас жизнь просто. Как вкусно. Да, я сосед, я тут живу недалеко. Я сосед. Успокойтесь. Опа, вейт, да стой, стой, вейт. Ну что ты стреляешь сразу? Кто по тебе стреляет? Да забей, ты лук не тянул свой? У нас тут дела свои важные очень. Вот. Ого. Ладно, ариведерчин. Вы шо тут всех убиваете, алё? Да шо он лезет? Побежали. Нормальная тема. У тебя такая чирка модная. Очень вкусно, очень. Вот не понял тебя вот. Не понял. Отмена. Слушай, не надо такое доставать, знаешь? Пол лица сносит. Не, ну а как бы считается то, что я проник в клан, да? Не надо. Да у меня патронов... Не, у меня есть один патрон. Только это не клан. В смысле не клан? О, нифига себе. Да у меня на самом деле пешка есть дома. Вот этих пацанов, они же... Так, мы... Ну да, да, это ты думаешь, наш дом? И так как мы были бомжиками от слова совсем, мы решили объединиться и пойти вместе разваливать кабины. Давай, брат. Еще один сзади, беги! Я его убил. Вижу, вижу. А, я хитулю дал, слышишь? Угу. Возьму пару. О! Ну, хуй с ним. Какой классный дом. Так. Не, ну рейдить вас смысла нет, тут как бы ничего нет. Не, ну чё, пацаны, я как бы, ну, я пошел, да? Ой, сейчас как калашиста вынесу с водяного пистолета. Пс, 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 тихо. Там калашист, там калашист. Там калашист, пойдем по-тихому. Пс. Он попал в меня, беги! Давай убьем его, слышь, он какой-то дерзкий. Хит. Два хита. Хит. Хилится. Норм челик выдает. Сейчас калашист вернется, слышишь? Я вижу его. Стой, 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 вижу его.
Убил? Да. Нифига ты, мужик. Слушай, у него есть хилки? Мне только хилки нужны. Ого! Держи, брат, бери. Чувак! И мы с ребятами решили покошмарить тот огромный клан с болота, пушки у которых я постоянно покупал. Чё-то я сажусь в киберспортивную позу. Да если сейчас по-тихому подойти им куда-то там в спину, то можно их спокойно жахнуть. Главное пулика убить вначале, и все будет четко. Это они, походу, да? Тихо-тихо, не стреляй. Пропускаем их. Мы не собираемся. Сейчас пропускаем их и стреляем их в спину. Скажите, когда будете готовы. Минус пулик. Меня убили. Убил одного. Убил второго. Вон около дома сделали. Чувак, у него миллиард всего. Я думаю, нам нужно переезжать быстро. Слушай, два пулика, не, брат! Два пулика! Нормально, нормально, притаимся. Они сели. Одного убил, там еще один может быть. Убил? Я убил. Я ему дал голову и два хита. У меня ушел. Патронов теперь нету. На, господи, у меня 4 стака, брат. Вот, отлично, давай. А там вот... Готов. Минус. Открылась. Убил. Дурак, да? Уходим. Я не дам ему выглянуть. Просто давай, не давай. Голову дал. Они за нами идут. Стоп, удово. Ой-ой, слышишь, он накидывает жестко. Да он меня положил. Он... Тут... Чувак, что это? Чё делать? Это читарь, походу, слышишь? Да, походу. Ты жив? Чуть не пимер. Откуда он? Нету. Откуда он? Справа, с хаты, на хилке. Вижу его. Убил его, у меня хилок нет. Давай домой сбегаю и отнесу к себе. Давай. Убил на крыше, у меня минута. Убегай, я убил его на крыше. Убил. Впусти меня в дом, я тоже скину. У них три болта сейчас в голову стреляют, короче, убить не могут из-за цели зоны. 1-2-2-2-2. Угу. А, да, я шахтер зон. Ну, конечно. Слышишь, я по-моему пулю сейчас заберу. Нашел пулик. Ну слишком много не выстраивай, чисто так. Не успев отстроить наш новый домик и перенести весь лут, к нам пришел читак. Да, как обычно. На камне. Он меня убил. О, он что? И вас, да. И он вас двоих убил? Да. Спавнись на хате. Это чит, чел, это чит. Он очень, кто? Он кто мгновенно это? На него перевелся. Лаба, кто не это? Лаба. Понял. Что делаем? Минус калаш. Красава. Прям под домом, прям под домом. Прям вот прям под дверью сидит. У меня калаш есть. Оп. Найс. ЛРщика убил. Он меня убил, он меня убил. Он подкатывает. Выходи, убивай его. Он чекает, он лутает. В итоге мы снова все потеряли, но ливать так просто я не хотел. У меня была цель, которую я должен был закончить. Кстати, эти ребята бахнули все наши дома, хотя свой дом я ни разу не палил. Зайдя на следующий день, я снова начал свое соло-развитие. Не, ну третий раз стартовать это как бы уже да, это нормально. 3 раза 3 дня, почему бы и нет в принципе? А? Как пострелял по мне, а? Я нашел второй верстак и сразу же решил его застроить. Так, в какую сторону фундамент? Сюда. Отлично. Пушка.
Ну, я так по-тихому. Бежим! Потихоньку я выбивал пушки и развивался в своем чизерском стиле. Немножечко металла я украл. По-прежнему самой главной и основной целью у меня остался этот домик. И чтобы его пробахать, я решил договориться с моими соседями. О! Сосед проснулся, привет! Привет! А как дела у вас? Не подскажете? Я хочу бахнуть типов, которые меня бахали. Ты че, я себе помогу порохом? Ну у меня металл есть, если нужен, могу подкинуть. Я немножко украл у типов. Кстати, слышь, вам стенки нужны? Да особо нет. Ну, у меня их 40 штук. Я не знаю, мне они точно не нужны. Смотри, у них 4 этажа получается, да? Сейчас я киянку скрафчу. Смотри, 1, 2, 3, 4, окей. Вы прорейдили 1, вы прорейдили 1.5 только. Тут даже 3 потолка может оказаться, слышишь? Мы разведали этот домик и решили рейдить его по стенкам, так как это был ближайший путь до лута. Пока мои соседи крафтили взрывку, я обустраивал свой домик. Самый лучший дом. Заходил вчера. Оу май гад, я гений! Отличный дом. О, гениальные постройки от Димаса, в принципе, неплохо. Выглядит как что-то нормальное, в принципе. Ну вот, пушка. Осталось крафтить пару дверей. Ну классно, да? Выглядит вообще огонь. Такое построить могу только я, в принципе. И где-то через несколько часов фарма и страданий мы все-таки смогли скрафтить сишки, чтобы пробахать этот дом. Да пребудет с нами удача. МВК. Нормально. В МВК надо бить и все. Готов? Можешь стрелять. Стоп, нам смотрите. Бежите, я взрывнусь быстро. Чувак! О, нормально. Давай отнесем вначале домой. Шкаф. Ломай шкаф. Фигня в шкафу, но нас застраивает. Аккуратно. Ой-ой. Убил, дай двери. Ставь двери быстрее. Ты видел, да, там? Улик, всякая фигня была. Ставь этот шкаф. Шкаф ставь. Угу. Да, да, да. Я есть, сейчас подожду. Через боль и страдания я справился со своей целью. 3 дня. 3 дня я потратил на то, чтобы им отомстить. И когда я справился со своей задачей, я решил отстроить чил-зону. И раздать свой лут бомжам в моем стиле.
Не, ну я как бы тут чисто чилю, согласен, да? Красава. Сейчас смотри, что будет. Чё? Бассейн поставь. Подожди тогда, слышишь? Я тебя сфотаю, я тебе фотку отдам. А, возьми. Автограф. Чиллаут. Чизи, извини. Так положено. Служба. Забирать у тебя пушки. Во, пацаны, прижимайтесь. Прижимаемся. Давай, 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 Чизи. Так, все, давайте выстраивайтесь рядом. Давай, сделаем фотку на память. Я сразу несколько экземпляров сделаю, чтобы вы это... Давай, давай, давай. А это чисто для себя повешу вот сюда, смотрите, ля. Возьми. Во! Нормально. Все, просыпаемся, операция горох. Пау, пау. Нормально. Ну а закончилось у нас все хэппи-эндом. Ну и, дружище, если тебе понравился ролик, не забывай подписываться, прожимать колокольчик и ставить лайк. Для меня это самая большая мотивация делать вам интересные и захватывающие истории. Всем пока!